Мы переживаем поворотный момент истории. Санта-Барбара, 79-й год. Как вы знаете, неуважение к правительству растет. Это кризис доверия. Этот кризис проявляется в растущих сомнениях о смысле жизни каждого из нас и в утрате единства целей нашим народом в целом. Мы всегда считали, что мы часть великого движения всего человечества, задача которого — поиск свободы. Мы всегда верили, что наши дети будут жить лучше, чем мы. Но мы узнали, что владение собственностью и потребление не удовлетворяют жажду поиска смысла. Ух ты! Он в заднице. Конец ему. По-моему, это было прекрасно. Режиссер Майк Милс. Прекрати. Что? Думать, будто ты все знаешь. Неправда, я просто думаю, что разбитое сердце — один из тяжелейших способов познать жизнь. Аннет Беннинг, Эль Фаннинг, Грета Гервиг, Лукас Джейд Зуман и Билли Крудап. Это самое сложное. Потом будет легче. А потом снова тяжело. Женщины 20 века. А ты счастлива? Серьезно? Размышления о счастье — прямая дорога к депрессии. Смотрите в декабре.